Доброе утро. Меня зовут Лариса, я мама взрослых детей и жена. И наша семья, и в частности я, столкнулась с определенной трудностью, которой хочу с вами поделиться и вот у вас спросить совет, что же делать. С наступлением холодов и в период межсезонья наша семья начинает интенсивно болеть. Это высокая температура, болит горло, болит голова, ломота в суставах. Ну и вот такие вот симптомы, которые очень сильно нарушают привычный ход жизни. И в такие моменты я всегда использую средства. Это корень имбиря, это лимон, кладу в кипяток, вот как я это делаю сейчас. Все это размешиваю, и таким напитком я пою свою семью. И в связи с этим я хотела бы у вас спросить совета. Как не лечить последствия, когда мы все уже заболели, а защитить семью в период простуд?